Всем орешь, с вами Биок, сегодня поиграем в игру под названием Baby Lirius. Ну нахер. В прошлой части мы получили, я не помню какую концовку, но короче я провел на ютубе голосование. Так что если хочешь проголосовать в сообщество, короче, заходи на канал, в сообщество и там голосуй. Там уже было сколько, 51-81 голос, я уже не помню, вчера смотрел. Еще я тебе расскажу, что произошло вчера, почему я на комментарии не ответил, не на все, то есть не на один. Это узнаешь после того, как я скажу про голосование. В общем, там проголосовало вроде 70%, 78% за ламповую обстановку, 20% до концовки. Там еще есть два варианта, что если, ну типа, что если пройти эту игру быстро, ну или просто новая концовка, как бы будет, что произойдет. Ну, в принципе, это одно и то же, так что голосуй, иди в сообщество, голосуй, ребенок говорит тебе «да». Если ребенок говорит тебе «да», то это значит «да», иди голосуй, и все будет адекватно. Так вот, так в общем, вот, я решил. Сказочный долбоеб. В общем, вот, я решил, что... Я не знаю, что такое ламповая обстановка для тебя, вот что она обозначает. Ну, типа, вот лампа, вот все прикольно, лампа есть, адекватная ламповая обстановка. Так, в общем, вот, с ламповой обстановкой мы проходим, типа, под музыку, типа, вот это. Ну, я попытаюсь, конечно, понаходить музыку какую-то, но я не уверен, что я на нее найду. Я сделаю это немножечко так, как я продумал, как я понял. Типа, я буду чередовать все это. Больше будет с ламповой обстановкой хорошее прохождение, смешное. Два видоса такие и один видос с концовкой. В общем, вот. Так что пиши, иди в комменты, вниз пиши комменты, какие у тебя есть идеи, теории, я буду на них отвечать. А вот почему я не ответил, кстати, на комментарии, я тебе сейчас расскажу. У меня, кстати, зуб уже почти вызрел, так что если хочешь, чтобы он еще быстрее вызрел, то что у меня еще немножечко болит. Мне еще немножко болит голова, но я все же записываю для тебя видос, потому что я тебя не забываю. Так что ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Кстати, посмотри описание. Описание поменял, думаю, оно тебе может быть понравится, может не понравится, может оно хорошее, может говнецо. Так что напиши в комментах, как тебе нравится или не нравится новое описание, потому что я на нем старался. Сначала давай рассвечимся. Привет, ты, конечно, пришел 2 часа назад и сделал, что твой глаз ребенку. Я буду никогда не дома, всем, и давай пока. Пока, найди маску. В общем, вот, вчера... Ну, ты как так это знаешь, что с Ютубом немножечко произошло то, что Google начал бурчить. Видимо, YouTube еще не добурчил, и YouTube еще тоже не добурчил. Либо у меня что-то с интернетом, я вообще не знаю, что у меня произошло, но я вчера, короче, зашел в YouTube такой, смотрю комментарии, отвечаю на комментарии на видео, отвечу на все комментарии. YouTube говорит... Чего ты хочешь от меня? Я обновляюсь, я вижу, что он обновился, и ни одного лайка, ни одного комментария, на который я ответил, нету. Я такой... На YouTube. Фу, блин, на тебя въебало, бля. Да, вот именно так. В общем, вот. Я не ответил на комментарии из-за этой причины, так что надеюсь, ты отнесешься к Ютубу более спокойно, как вот с этой маской, которой надо выкинуть. Ну а в этой серии, ну кстати, напиши, конечно, напиши в комментариях, что ты хочешь, что ты подозреваешь под ламповой обстановкой, я не знаю. Просто я думаю, типа под музыку просто все проходить там и такой, с монтажиком небольшим таким приятным, под музыку приятную типа проходить, это все смешно. Так что напиши в комментах, как ты это считаешь, что делать именно с этой ламповой обстановкой. А в этой серии, короче, мы посмотрим, будет ли другая концовка. Вот комментарий. Я попросил как раз нашего штурмбанфюрера сказать, что он там написал, потому что я не понял, что он написал. В общем, вот там был коммент. А что будет, если всю игру стоять? А, нет. Короче, в комментарии написано, что будет, если я буду всю стоять игру стоять. У меня стоять будет. То есть, или можно не ронять. Ну, короче, стоять, не ронять, вставать, и финальная идея пройти все за короткое время. И я думаю, что за короткое время это все самое адекватное. Понял, да? Я нет. У тебя глаза больше, чем у твоих волос. Ты понимаешь, насколько ты вообще неадекватный? У тебя почему-то шея плохая. Я задумаюсь о вашей чистокровности, конечно, но у вас голубые глаза, я подумаю над вашим предложением. Тут так, в общем, я уже забыл, что я остановился.
мы пройдем сегодня в этой серии все максимально быстро. То есть тут все делать максимально быстро. Я, наверное, сейчас все заново начну, потому что я уже замедлился немножко. Так что давай, сейчас я все сделаю. И мы все сделаем максимально быстро. Да, да, я понял, что не беспокоить. Вейбелириус. Нажимаем и сразу же отвечаем на телефон, пока он говорит, что ты дурачок и пошел вон. Я надевай маску, иди нафиг. Я, короче, приду в полчаса, потом приду и убью тебя, понял, да? Ну, короче, идем, смотрим, пусть говорят, берем бутылку с холодильника, все сделаем максимально быстро, кладем ребенка сюда, берем бутылку, меняем, ну, обостирается. Все адекватно, да, ребенок? Вазу тебе засунем. Я не буду тебе в этой серии засовывать вазу, потому что, ну, как бы, нужно все сделать быстро. Все сделать быстро. Давай, погнали. Ее нельзя бить, как я понял. Ну, типа, я не знаю, может надо бить, может не надо. Берем твоего ребенка, кладем твоего медведя, выключаем свет, закрываем дверь, потому что я маг, и идем сюда играть в телевизор. Здорово, здорово, как дела, настроение? Кстати, помнишь вот эту игру? На канале я проходил, так что можешь поглядеть. Там было секретные концовки. Успокоить ребенка, положи ребенка обратно в постель. В принципе, давай положим ее обратно в постель. Пусть говорят, смотришь, да, пусть говорят, ты понимаешь, что пусть говорят, это очень странно. Пусть говорят, это очень ужасная передача, в которой ты деградируешь. Ты будешь деградировать, ты будешь Человеком-пауком. Если ты будешь Человеком-пауком, то ты будешь вообще неадекватный и будешь летать. Ну, в принципе, ты и так летаешь, по факту, типа. Иди играй в компьютерные игры снова. У меня вообще-то есть бита, если что, понял? Вот этот ребенок уже знает силу битвы, поэтому он уже его не существует. Твоего братика, который безволосый, лысый. Знаешь, этот лысый, а это с волосами. У нее как бы есть волосы, это хорошо. Возьми бутылку с холодильник. Так, ну это опять пусть говорят, смотрят. Нас напугали. Ты вообще бессмертный, что ли, и бумба? На, иди нафиг. Лети! Адекватно, в принципе. Ну так все и должно быть. Берем бутылку, кладем его на. Я тоже так могу. Как этот звук создавали? В смысле? Так, давай, кради мой. Ты своего друга уничтожил, ты дурачок! Ты дурачок, ты своего друга уничтожил. Ты вообще понимаешь, насколько это вообще ужасно? Ты уничтожил просто своего друга. На, иди проверь. Ты куда? Хочешь, чтобы я с тобой что ли поспал? Иди нафиг. Иди проверяй, что там. Ладно, виндяй. Молодец, виндяй. Напугал виндяй меня, это адекватно. Лети! Поменяй ребенка. Ладно, пошли менять ребенка. Ты опять пусть говорят, да, смотришь, да? Нет. А, ты тут пердишь, сидишь. Ну, пердишь, сидишь, блин. Я тоже так могу, слышишь, сейчас покажу свои глаза, у тебя глаза больше, чем у твоего ковра, и твое сердце показывает, что ты вообще неадекватный, вообще нечистокровный. Если ты нечистокровный, мы тебя уничтожим. Поняла? Твоего ребенка тоже мы уничтожим. Что это ты, что ты так на меня смотришь? Что ты думаешь, я тебя пощажу? Ты думаешь, твой фюрер тебя пощадит? Ну, конечно, я, может, тебя и пощажу, но потом. Я тебя пощажу, может, другой игре. Давай, здорово, здорово. Как дело, как настроение? Так, ну мы смотрим, в принципе, пусть говорят вам, пусть говорят нам, говорят, что там что-то наговорили, и что-то там, короче, США там что-то сделал, телефон съел вам мандарин. В принципе, все адекватно, все так и есть, иди вперед, успокой ребенка. Тебе это надо? Бэби Лириус хочет своего ребенка. Да я не буду отвечать на телефон. Ладно, я буду отвечать на телефон. Ответь на телефон. Эй, я надеюсь, что у тебя все идет ужасно. Я надеюсь, что я прибегу скоро. Это что? А файерный аларм? Да, это файерный аларм. Наблюдай, как твои дети, как твои друзья погибают на твоих глазах. Понял? Это из-за того, что ты нечистокровный. Растягивайся. Так, все, с проблемой мы разобрались. Идем тостильный кубик туда. Кладем. Тоже так могу, понял? Так, берем.
быткунов, уничтожаем быткунов, я тебя встретил, так что сорят, что я тебя не уничтожил. Как дела, Кацарей, как я... Дай поиграть, дай поиграть хотел, чтобы ты дурачок, дай себя уничтожу тоже. Сейчас огнетушитель позову, он тебя уничтожит. Кстати, баткуны это еноты, я тебе напоминаю. Если ты видишь енот, бери биту. Потому что еноты тебе хорошего ничего не скажут. Кстати, что будет, если выкинуть ребенка в окно? Это как-то поменяет игру или нет? Мне просто даже интересно. Останови ритуал. Так, ну пока, в принципе, ничего особо не меняется. Так, ну да, тут, в принципе, все адекватно. Ладно, давай все сделаем это реально быстро, потому что как-то может измениться это все или нет. Давай, ловим тебя, оставляем биту тут и идем играть в игры с нашим ребенком. Идем, садимся, играем ребенка. У тебя, кстати, твой братик, помнишь его? И у него... Он сдох. Это я, да, сделал. Че он меня зыркаешь? Ну, что это за фигня? Непонятная произошла тут. Так, ну... В принципе, особо ничего не изменилось. Ребенок меня, как обычно, подставил, потому что его родитель пришел. У меня, кстати, Сомик зачем-то вверх ногами плавает. Я не знаю, ест коралл. Наверное, это адекватно для него, я не знаю. Ну так, в общем, вот. Концовки, в принципе, даже от быстрого прохождения мы не получили, хотя, возможно, мы и получим хорошую концовку, если ты напишешь какую-то свою идею. Так что пиши свои идеи в комментах, я думаю, какая-то будет концовка новая. Мне, кстати, даже интересно, что будет, если... Ну, вообще, есть такая концовка, которая похожа с первой концовкой? Это больше плохая концовка из первой части. С ребенком. Ну, когда мы улетаем к его Кракену, я думаю... Наверное, может есть такая концовка, может нет, я не знаю. Так что если есть, напиши в комментах, ставь лайк, подписывайся на канал. Говори, что там есть. Только что это все, с вами был Айбек, всем пока, до скорой удачи. Пиши комменты.